Так, мы приехали на то место, откуда начался город Пномпень. По легенде, жила-была бабушка Пень, матушка Пень, которая однажды что-то там полоскала в реке, увидела дерево, в дупле этого дерева было 4 статуи Будды. И, собственно, она их вытащила. Вокруг этих статуй сделали холм, на холме сделали храм. А холм называется по-ахмерски Пном. Ну и, соответственно, и получился город Пномпень, то есть холм бабушки Пень.